Узорный оренбургский платок, наверное, более узнаваемого символа Оренбургской области просто нет. Ему посвящают песни, его увозят домой гости нашего города. Наверное, каждый, кому когда-либо в руки попадал пуховый платок, пытался протянуть его через золотое кольцо. На протяжении веков любовь и уважение к этому пуховому символу только росло, поэтому пуховый платок по праву заслуживает звания главного символа Оренбургской области. Во мнении сошлись 33% читателей Оренбургского новостного портала, а это почти 1500 жителей области. Среди лидеров голосования также оказались Соленые озера, Бузулукский бор и Сулелецкие арбузы. Жители города, опрошенные нами, озвучили другие варианты. По их мнению, брендом области вполне могут стать Оренбургские поля, тюльпан Шренка, газовая промышленность и просто обычный человек. Однако большая часть горожан оказалась не готова расстаться с греющим душу пуховым платком. Платок остается платком. Он замены не подлежит. Он есть, он символичен, все знают, узнают. Причем это везде, и тому пример Сочи-2014. Пуховый платок он вполне устраивает. Оренбургский пуховый платок, он символ, мне кажется, не только города, но и области всей. С горожанами согласилась и заслуженный художник Российской Федерации Алла Васильченко. 25 лет назад пуховый платок вдохновил ее на новые творческие идеи. Теперь картины она не только рисует, но и вяжет. Алла Александровна уверена, паутинка может согреть не только тело, но и душу. Поэтому оренбуржцы сделали правильный выбор – сердцем. У нас же не только наш оренбургский есть платок, пензенский платок есть, Пензе вяжут, в Волгограде вяжут. Но наш, поскольку раньше образовался и поскольку он более по художественному достоинством более разнообразный и стилистически цельный, вот поэтому население правильно считает, что это краса и гордость. Это украшение, это символ, в какой-то степени это символ. Останется ли пуховый платок главным брендом Оренбуржья или наш регион обзаведется новым символом, оренбуржцы узнают в начале декабря, когда станут известны результаты конкурса, объявленного правительством области. Возможно, художники и дизайнеры создадут не менее яркий символ, который сможет изменить привычное представление об Оренбургской области. Алена Блеч, Владислав Горбунов, Новости дня.